Третий день. Трех пней. Оборона А. 7-6%. Кто там говорил у нас, что возьму у трех, четырех этих стрелков и вынесу центр. Ну да. Удачи. Так, у нас тут не то. Не бил великий, ужасный. Да нет, все простые, да, били. Ну, поехали, посмотрим, что нам дадут в этот прекрасный день. Доп. Урон тьме. На самом деле, я качнул ее, а потом съел из-за статов. Типа, статы настолько ужасные, что... Я такой, блин, нет, нет, не буду играть ей. Так, то что за таланты? Тут у нас маг, да? Угу, то есть нам может отражёнка прилететь от него. Тут прилетит отражёнка, тут кровотечение, а тут у нас ничего особенного, да? И тут что у нас? Тормози... А, тут недокачанный, хорошо. В общем, от этого чувака может прилететь нам... Урон, да? Урон какой прилетит? А, он 100% ударит. Ну, поехали, пробуем. Один крест остался. Один крест. Да, поляна, конечно, веселящая. Сразу атаку повесили, 15 единиц. Кровотечение. Три, три, три. Да. Три, еще надо будет один. О, как вынесли-то. Как же мы вынесли? Давайте вот так вот и доберем своих, если кто-то выживет. Пока жив, хорошо. А, похилимся, может быть? Давайте похилимся. Пофигу, что они будут бить. Хотя, может, не пофигу. Самое главное, живы, хорошо. Слепоту не туда. Ага. Все, давайте посмотрим, будет отражение. Два, ну да, отражает, гад. 22. Опа, тут, опа, снова отразил. Он, гад, отразился три раза. Все 50% сработали. Да. Жестко у нас поймел, жестко у нас. Что, тормозилка висит, да, на хиле? А, еще и сверху такой. На, вам еще и сверху добавил. Так, синенький, да, добрать надо нам синенького. Вот такие приколюхи от монаха. Вот он, Нордрин, вот он, великий и ужасный по центру. Ту-ту-ту-ту-ру. Так, поле интересное, интересное. Давайте думать. Думать будем, думать. Нам надо 7 камней для пней, да? 7 камней. Но в пня заряжать это такое себе фигня. Вот так вот троечку подниму. Еще поднимется двоечка, да? Вот если тут троечку поищу... Давай сначала ту троечку поищу. Ага, ничего не вышло.
Блин, я не... Так, мы троечку одну собрали, да? Давайте так попробуем. Ну, в Nord 3D запустим, чё? Вот сволочь, камень, смотрите, не выходит. Все, 7 нашли. С какого? С 4-го раза мы нашли камень свой. И теперь делаем так вот. Трипл шот. Трипл шот. Мы тут добьем этого чувака? Да, мы добили его. Это хорошо. И, наверное, под бафом сделаем. Все. Вот так вот Нордри по центру. Тут у нас что? Смотрим. Разбойник. Маг. А, все тормозить будет, да? Прям жестко тормозить будет. Все 20-е? 20-е. 20-е. А тут еще ману будет резать. Ну, это неплохой, кстати, центр для манореза такого. Не попасть бы под этот срез. Так вот, ну ладно, так. Тоже поле она интересная. Поляна интересная, да? По центру сдвину желтые. Желтый еще один наверх поднимется. Здесь соберется фиолетовое. И снизу фиолетовое останется голое. Да, но зато я смогу потом собрать еще желтый по центру и заряжу Кайлани. Давайте так, наверное, поступим. Кто-то там написывает. Не написывайте меня, сбиваете меня. Что произошло? Так, она сейчас будет ультовать по-любому. По-любому правильные пацаны. Чё, Уля? Не закрывай, когда заходишь. Говори. Мама, что-то... Мама села, когда... И сразу заплакала. Так. Ну, активируем. И титиритишки. Так вот сделаем. Все, мы нашли свои камни. Да, о, тем более хорошо. И делаем так вот. Да-да-да. Блин, чувак, давай, ты один остался, тебе надо умереть. Умер, представляешь? Итак. Тут у нас хил и вот эта опасная дама. Это кто? Это кошка, наверное, да? Как ее зовут? Рехетрия. 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 Ага, такое сложное имя. Все союзники увеличивают, увеличить не может, повышение шума, или получается, если вы здесь мы это же. Рехетрия.
Это контра, короче, пням. Пням? Пням контра, представляешь? Герой... А, герой получает... Это. А, только он герой, да черт на него. Все союзники увеличены здоровье, увеличены здоровье, может быть. Ага. Герой получает 84 против тьмы, а также заполнен в каждом ударе. Ну и черт с ним. Пусть получает. Да, поехали. Это запрещает иммунитет. А мы там бафаться тоже будем, бафаться будем. А где Кен? М? Где Кен? Кто Кен? Вот это вот? Вот да. Она, вот она. А он, видишь, пень сзади сидит, дерево. О, такой, и кричит. Почему? Он такой вот пугает дерево, пугает всех. Нет, он кричит. Он кричит, потому что сейчас его будут убивать. Этот тоже верно. Так. Акендо. Рехетри? Рехетри. Вот она. Рехетри ультанет. Ой, ей нельзя ультовать, иначе папе будет тяжело потом. Она точно ультанет сейчас. Не, Уля, не надо так говорить. Она ультанет. Не надо говорить так. Она сейчас. Сейчас ультанет, да? Да. Ой, не ультанула. Не ультанула. Она сейчас ультанет. Нет, опять в другого противника попали. Ага. Мне надо в Ихенду. Ихеты не надо. Давайте соберем сначала это разделение. А если я соберу здесь высоко? Тут бы синий собрался кристалл, да? Черт его знает, что правильнее. Сейчас это нет. Другая. Вот теперь соберем. Сейчас она вот. Да тихо, Уля, мешаешь. Сейчас вот так вот. Так, ага, будет ультовать. Кто будет ультовать? Ну, вот этот жариф будет ультовать. И мы сейчас взорвем красный. У меня подтянутся камушки. Ага. Пни не добрались, да? Она утонула. Так. Папа, она утонула. Тихо, Уля. Он мне сейчас все порежет. Порежет мне все. Мне надо по-любому хил брать. Блин, почему пня убили, а? Уля, зачем ты пришла? А? Всю малину мне испортила. Так хорошо папа играл. Пришла Уля и всё испортила, а, Уля? Никак не испортила. Не испортила? Начала, говорит, она ультанет. Папа теперь проигрывает из-за этого. Из-за того, что она ультанула. Дичь какая-то, блин. Блядь, просрал. Никак.
Блин, странно, он еще мне легенда, а? Режет. Как козел. А я его, кстати, это, сожрал, не стал оставлять. Ну, нафига он нужен? Ну, все, сейчас на пни закончим, да? И не поматеришься даже. Пришла дочь и все обговняла. Да, Уля? Как я обговняла? Ну, пришла вот и папа выиграл, выиграл, а теперь обосрался. Все, закончили турнир.